Продолжаем наш обзор на позиции с мужскими кремовыми футболками. Это пакет номер 2. Открываем. Достаем первую партию. Что у нас здесь? Так. Переливающаяся такая вот майка. Безрукавка. Смотрим общий вид. Размер. Так. Размер L. Следующая футболка белого цвета с интереснейшим принтом, на котором изображена американская классика автомобилестроения. Размера XL. Нежно-розового цвета. Следующая наша футболочка. Футболка Polo с пирочками. Размера L. Простенькая футболка. Значит, с вот такой молнией. Размера L. Следующее. Polo черного цвета. С таким рисунком. Размера L. Это у нас Kappa. Известный бренд, который имеет значок и состоящий из двух сидящих девушек. Вам посмотрите сами. Хотел вам показать. Так, размер у нее M. Здесь у нас в следующей партии темно-синяя такая обыкновенная t-shirt. Обыкновенная футболка размера 2XL. L-ка. Здесь у нас перелив цветов, тоже L-ка. Черная футболка с белым принтом St. Joe's. Размер L. Фиолетовая красавица. Фиолетовая красавица. Кажется, у нее есть красивейший принт на спине. Давайте посмотрим. Вот такой. Тигр. Нежно-зеленые с фиолетовым таким принтом в виде десяточки с бирочками. Вот футболка. Очень приятно на ощупь. Размера. Какого размера ты?
Да? А вот размера L. Синяя футболка с принтом таким сзади, с боков, на рукавах, даже спереди. Все ее закрасили принтами. Вот такая синего цвета, размера L. Здесь у нас такая символичная надпись. Футболки размером XL. Швейцария. Что нужно еще? Обычная, неброская, в то же время мягкая. На ощупь футболка размера S. Вау! Ностальгия. Все смотрели «Охотники за привидениями». Вот это их значок на белой футболке нашей размера L. Красная спортивная футболка размера L. Поближе. Вот L. Здесь у нас тоже футболка с принтом от Тома Тейлора. Тоже известный бренд. Значит, к сожалению, размер не указан. Общий вес мешка 10 килограмм. Как видите, часто попадаются мировые бренды, которые мы знаем. Здесь вот такая нежная, персикового цвета, я так понял, футболка с принтом и размером M. Легендарная, значит, булка Polo от компании Polo. Размеры S. Здесь у нас полосатая такая футболка. Размеры L. Обыкновенная, кажется. Да. Обыкновенная, повседневная, белая футболка с V-образным воротничком, который очень хорошо смотрится. Размер M. Футболка от спортивной компании Umbro. Так, значок. Здесь тоже лейбл. Размера XL. Зеленая такая. Чисто зеленого цвета. Большая. Или так кажется, футболка. Общий вид такой. Но размер M. Всего лишь M. Средний. Так. Здесь у нас Reebok.
Футболка для настоящих футболистов. Тренировочная, видимо. Размера L. Легкая очень. Так, здесь у нас такого вот цвета запечатанная футболка, неношенная, с бирками. Размера L с принтом. Футболка с изображением знака Бэтмена. Размера XL. Далее у нас футболка с флагом, с гербом или флагом Новой Зеландии. Размера L. Тоже не распечатанная футболка коричнево-бежевого цвета. Размера XXL. Здесь вот темно-серая с розовым принтом. Размер M. Что тут у нас? У нас тут такая необычная, чувствуется качественная футболка. Приятный на ощупь очень, с интересным принтом и размером M. Я так понимаю, это надписи на испанском. Размер L. Футболочка с черными такими вставками. Размер XL. Так. Следующая футболка черного цвета. Значит. Ах да, размер. Размер L. Чисто. Чисто красная футболка. Следующая. Чисто красного цвета. Такая тонкая. Размера 3XL. Так. Тут вот голубая футболочка. Такая простенькая. С кармашком. Кармашек. Размера L. Здесь у нас интересный, забавный такой принт. Дельфины в крутых очках. Размера XL. Забавно, правда? Футболка XL. Обычная синяя футболочка. Осталось совсем немного. Так. Тут у нас желтая такая футболка. С надписью 68.
размера L. Здесь тоже размер L. Изображен просто такой вот кроссовок. Безрукавка, майка. Да, занятие баскетболом. Размера L. Так. Тоже обыкновенная однотонная футболка размера L. Приятная на ощупь. Здесь интересная комбинация цветов на светло-серой или светло-голубой футболке, даже не понять. Такие серые вставки в воротнике и в кармашке. Очень необычно смотрится и, наверное, будет стильно смотреться на человеке. Так, обыкновенная черная футболка размера L. И последок у нас такие футболки. Синяя, серая, однотонная и черная с желтым принтом. Свобода скорости. Вот это наш сегодняшний еще один пакет футболок. Если вам интересно, мы ждем ваших предложений. И до новых обзоров!